У нас это новая открывающая заправка, чтобы в дальнейшем они предусматривали все действия на всех своих автозаправочных станциях. Но по городу обязательно, они все проходят противопожарный минимум, обучаются все сотрудники действиям при пожаре и получают соответствующие удостоверения о прохождении противопожарного минимума. Согласно плану, проверки идут. Как бы у нас сейчас идет закон о малом предпринимательстве. Если к закону малого предпринимательства не относятся данные АЗС, тогда они проверятся ежегодно как в высокой степени риска. На примере город Тарас, автозаправочная станция горела у нас. Также в городе Алматы бензовоз был возгорание. Вот такие вот случаи, как бы мы все предупреждаем и решили провести учение.